Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов в Плей. Сегодня посмотрим на новый Troll Face Quest TV шоу. Разработчики прислали на почту ссылки там и на Android, и на Google Play, на App Store, на Hiror. Короче говоря, вот веб-версия тоже там ссылка была, потому что с того я не записываю. Давайте посмотрим, что есть в веб-версии. Там вроде как должно быть, если судить, конечно же, по прошлому разу, когда мы тоже их проходили, там уровень немного меньше, но в принципе это нам совершенно никак не страшно, поэтому насрать. В каждых квестах одно и то же. Так, Troll Face Quest TV Shows. Ну, давай посмотрим. TV Shows. Это у нас... Я не особо сильно разбираюсь во всех этих ТВ-шоу, я большую часть из них не смотрю. Я знаю про их существование, но не знаю про что там, как там, есть ли что-то, какие-то мемчики где-то ВКонтакте или что-то где-то. Возможно, я смогу узнать, поэтому, если ты бомбишь от того, что я нихрена не знаю, не бомби, я потому что, ну, не знаю я, но в конце-то концов. Знаешь, пиши лучше в комментариях, что это было, а бомби потом. Это, по-моему, какой-то доктор, который всем находит ветрянку, или баянку, или ебланку какую-то. Короче, какая-то болезнь у всех находится. На самом деле, болезни у кого нет, но он всем ее сует. Так, Не пройден уровень. Как этого доктора зовут? Почесать голову, точно. О, у вас... У вас это... Ну, конечно. Не понял, он сходит хромой с однорукой палочкой. Ну, у вас же... Действительно. Значит, возможно, это был не он. Я должен был узнать эту фразу, но нет. Так, это у нас Элькюр Пуаро, судя по усам и по шапке, но точно я не скажу. Так. Хуявенько ты задержишь дыхание, чувак. Если ты упадешь в море, ты утонешь. Так, ну-ка, давай с тебя начнем. Нажимай на него! Палку, надо было сразу палку, ну конечно, что там, что такое? Да не надо в него дышать-то, я тебе посадку, да, блядь, ну я же нажал. Вот. Обосрался. Он вдохнул и не выдохнул. Выдохнул, конечно, но когда кто-то так выдыхает, это не очень приятно, тем более, если это сильно. Так, это кто? Не знаю, кто это такой, ну ладно. Мы просто постреляем. Не, я не знаю, кто это, серьезно. Ну-ка, это куда-нибудь нажать-то быстрее. Нахуй ты так стреляешь-то? Так, если я на тебя нажму. А звук куда пропал? Эй. Это у меня что-то? А, это у меня наушники дурят. Ну и хуй с ними. Ничего страшного. Так, ну-ка, куда еще можно нажать? Спокойно. Куда бы я ни нажал, все время начинает стрелять. Значит, во время стрельбы нужно что-то успеть сделать. Да ты ж собака такая, хорош палить-то, ёб ты мать. Тут где-то что-то должно... Я тебе серьезно, вот отвечаю. Бляха, где-то что-то спрятано. Прям нелогичное такое. Да ну нет же, ты серьезно, хорош, куда тебя тыкнуть-то надо? Нахуя ты по кому так палишься, дружище? Так больше некуда нажать-то. Это все одна картинка получается. И куды б я ни нажал, все время начинает палить и происходить какой-то беспредел. О! Бля, это опять они! Серьезно? Хорош! Долбоёбцы-ка, ты куда же ты пошел-то? Может, ему снайперский прицел какой-то сломать надо? Или в нос дать по зубам, ушам? Может, что-то куда-то оттащить надо, там, я не знаю, или... Вообще непонятно. Во-в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 о
А, о, смотри, сейчас нет, а там есть, смотри-ка. Ну-ка. И чё? А, ну конечно, ну я ж тебе говорил, ты что это, блядь, за детёныш же этого бугермена, блядь, это же наш... А, и не всё, что ли, ещё?
Они просто не помнят, в какой части они добавили движение тащить. Куда-то надо что-то перейти. Я, бля, откуда знал-то? Ну, окей, давай. Вот это Бизи Сабатхи, таких я знаю. Этих я знаю по-любому. Теперь твоя очередь. Давай по очереди. О, нормально. Вроде работает. Давай, дебила, блин. Во. Вот. Уж такие собаки. Значит, где-то в другой стране что-то есть, по-любому. Смотри-ка. Долбоёбы. Нет! Нет, не успел! Надо кушать. Вот! Нет, подожди. Да ну, хорош плакать, ну подумаешь, телек сломался, ну ёбаный свет. Вот, так нормально. Че? Да не, ну не хотел я в антенну ломать, пацаны, вы че? Ну вы че, ну пацаны, ну завязывай давай. Заебали, слышь. А это антенна, блять, я хотел ему на тело нажать. Все, завязывай, хорош ныть. Ведете как собаки некрещенные, спокойно. Это он, это ты. Тут нормально работает, без помех, хорошо. Это, сука, он. Окей, я понял. Это, сука, ты. Это, сука, антенна. Да-ля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 -
А ведь были уровни, где надо делать что-то уже после прохождения. Точнее, ты сломала, а в итоге можно что-то сделать. Тра-л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 а
поржать надо, прикинь. Просто держать надо, бляха, я нажимал. Я уже игру при... игру уже приходилось перезагружать, потому что звук пропал... потому что звук пропал ко всем херам, вообще звука, я думал опять наушники. Оказывается, же сама игра. Так, ты кто? Тебя тоже надо держать? Нет. Куда ты, блядь? Ну ты, залетающий ром. А ты его не даст, блядь. Хорошо. Нет. Блядь, там какой-то гарпун он есть. Так, он обращает в туалетную бумагу и в вантус. Походу, делал у него проблемы с туалетом. Где-то туалет надо найти и прочистить ему, чтобы не обращал людей в бумагу и в вантус. Все логично. Нет, нихуя. С самого начала не катит, да? Ну-ка, давай в другом месте что-нибудь посмотрим. Ну-ка, ща, где-нибудь что-нибудь вытянем, блядь. Где-нибудь откуда где-нибудь вытянется, и все будет нормально. Может, тебя сильно надо побить, потыкать или что-то с тобой сделать? Дружище, я тебя вообще не понял, ты где ебанутый. Может, тебе глаз надо Он расстроился. Может, его надо рассмешить? Да ладно, что ты не грусти, зато бумага в туалете будет. Может, ее растянуть надо, нет? Чувак, да не грусти ты, ну. Но он расстроился, смотри, ясно, понятно. Давай его рассмешим. Давай смеши его. Смеши его, и все будет нормально. Давай. Чувак, смотри, как смешно. Ну что ты, ну потом что ли ты бумаг, заряд, он смотри, какая огромная, ты можешь в нее обмотаться. Он улыбнулся, подожди-ка. А ей вообще насрать, ты посмотри. Ну-ка, давай веселись. Ей насрать то, что пацана превратили в вантус. Бери его. Но он не поднимается. Смотри-ка.
Вантус, главное, что-то делает, а это ни хрена. Вот смотри. На это и нету, смотри, нету тычек-то никаких. А тут я не успел. Ну ладно, значит, начинать надо с Вантуса, смотри-ка. Раз. И его уже можно с ним что-то делать. Ну смотри, какой классный Вантус, давай что-нибудь с ним сделай, мать. У тебя что-нибудь получится, я отвечаю. Нет? Нет. Заебал ты, слышишь, ржать-то. Давай. Да не надо, бляха, я хотел ее подвинуть к Вантусу, ну. Ну, отлично. Но он не двигается никуда. Ты издеваешься надо мной, ебнуть освет, ну? Це, бляха, смотри-ка, нет. Вот собака такая, ты серьезно, нет? И ведь не... Блять, ну что-то же с ним надо сделать, ну. Да я палевая. Собаки, ну объясните мне, ну. Вот псы, блядь. Да конечно, блядь, ну что? На, тебя засосать, кого засосать? Тебе, на. Нет. Блядь, это ж нихера. Пол экрана, оказывается, надо протащить. Я же таскал его с самого начала, на тебе. Ну зачем ты обижаешь зеленого ромбика, слышь? Не-не-не-не, обиделся на тебя, глупая девчонка. Ты посмотри, обидела ромбика вообще незаслуженно. Опять свой звук пропал? Блять, да что заебало-то, ну реально пропал. Вот. Появился. Ну что-то пропадает и беда. Чего это было? Это свет из тарелки, его нельзя запускать, я понял, окей. Что, опять кого-то надо потащить куда-то? Вот как? Вот серьезно? Что-то я не успел сделать. Ну-ка. То есть нам все это время врали. Малдер искали, а это, скорее всего, секретные материалы, а сами пришельцы и прибыли на эту землю, чтобы творить всякую хуйню и... Это что? Это. Это семейка Адамс. Сука, такая классная мелодия на самом деле. А чё он этот-то заплакал? Почему они все всегда ржут? А он заплакал, да что ж ты вы... Может кому-то повеситься надо? Они над ним что ли смеются? Чё он? Чё с собой не так, дружище? Хорош! Суки, какие бессердечные собаки! Вы что делаете-то, ну? Такой пиздец. Тут, наверное, что-то где-то есть. А может, просто в определенные последствия они должны ржать. Плачет, ну что ты плачешь-то? Вон, его можно жать спокойно. А сейчас уже нельзя. А, все, успокойся. Его надо куда-то оттянуть, я понял. Точно, точно, смотри-ка, он точно как-то... А так не работает, ну-ка подожди-ка. Давай поржем. Нет. 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 И откни листья нахуй быстро. Может повесить кого-нибудь? Ну сделай же что-нибудь, дружище. Ну что ты, блядь, какой-то.
Ты же вот, ты же дергаешься, я же нашел свою тычку. Я нашел его слабое место, он должен что-то сделать. Но он что-то ничего не делает. Блядь! Ты дурашишь совсем, ну! Блять, как он резко задергался! Ебать! Вот он дурак, короче! Ой, блядь! Это Трамп? Это Трамп. Открывай. Я пришел к тебе. Нет. Что? Возьми соплю. Нихуя он такой парень четкий. Да. Ебать, увидел соплю, такой поржал, выбежал обосраться. Так, это что такое? Это какой-то глупый ученый. На, сука. Ну, быстро это было, да? На, сука, еще раз. Пока ты мне не нравишься, я буду тебя тыкать. На, сука, еще раз, без проблем. Так, подожди-ка. Сейчас разберемся. Короче, постоянно сюда-сюда. Может, ему свет подрубить? Может, это куда-то тащится? Сука, опять куда-то ничего не тащится, а в итоге все потащится, да? Нет! Он что-то... Он под стол руку кладет, смотри. Кладет под стол руку, Я понял, тихо. Нет. Беги. Во, точно! Ну, блин, здесь все в каждом уровне надо что-то где-то тащить. На тебе. На тебе. Заебись, поиграли. Сиди прям, заебись. Че это за бред, блядь? Игра пройдена. 1333 клика. Но на самом деле гораздо больше было, потому что я игру переобновлял в страницу сколько времени. А в итоге, короче говоря... Было бы их больше. Коротенькие, всего 10 квестов, 10 миссий, как, в принципе, и в прошлых частях постоянно было. Ну что ж, теперь, это, так сказать, небольшой пробничек, демочка, которую мы посмотрели, а телефоны все это не снимается, не знаю я что, не знаю как, не хочу. На этом все. Ссылка на плейлист остальные вынесены в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи, ручек, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.